рассада крокосмий и огненный король можно высаживать как отдельно, так и группами в сборном цветнике. Растение светолюбиво, цветет обильно и долго на солнечных местах. Поэтому высаживают рассаду крокосмий и огненный король преимущественно на хорошо освещенные участки, неплохо может подойти и условия легкой тени. Цветение длится с середины лета до осени. Цветочки окрашены в ярко-красный цвет. Они пригодны для засушки и использования в сухих букетах. Высота кустарника около 60 см. Крокосмия обыкновенная фаекина это травянистые высотой от 40 до 60 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка огненно-красная. Лист растения по форме линейно-ланцетный. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая, осенью листва темно-зеленая.